Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Ученые из университета Линкольна провели любопытное исследование. Они опросили более 200 владельцев кошек с целью выяснить особенности поведения и привычки их питомцев. Полученные данные они систематизировали в 5 типов кошачьего характера. Что же это за типы? В этом выпуске мы расскажем подробно о каждом из них. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе «Приложения», который находится в настройках вашего телефона. Кошка-человек, кошка-охотник, кошка-кошка, вздорная кошка и любознательная кошка. Именно такие 5 типов характера получили ученые из университета Линкольна в процессе своей работы. Исследователи уверены, что получившиеся описания типов кошачьего характера помогут владельцам мяукающих питомцев лучше понимать своих любимцев и значительно облегчат работу зоопсихолога. Итак, давайте подробнее познакомимся с каждым из типов кошачьего характера. Кошка-человек. Этот тип кошачьих более других нуждается в общении с людьми. Такие кошки любят принимать активное участие в жизни членов своей семьи. Без них не обходится ни одно событие дома. Представители данного типа любят ласку и нежность. Они обожают сидеть на коленях у своего хозяина и мягко тереться об него головой, проявляя тем самым свою любовь. Кошка-охотник. У этого типа очень ярко выражены охотничьи инстинкты. Эти кошки регулярно приносят домой пойманных птиц, мышей, насекомых. Также в играх они любят ловить воображаемую добычу. Представители этого типа очень активные, поэтому для жизни им больше подойдет просторный загородный дом с участком, нежели небольшая городская квартира. Кошка-кошка – это тип кошачьего характера, свойственен мяукающим, которые с детства росли в окружении других кошек. Представители данного типа не воспринимают других кошек как соперников, более того, они не представляют своей жизни без общения с сородичами. Эти мяукающие любят вылизывать других кошек и играть с ними. Таким кошкам противопоказано одиночество. Вздорные кошки независимы, упрямые, зачастую непослушные. Им не нравится проявление нежности со стороны хозяина. Эти животные гуляют сами по себе и нуждаются в большом личном пространстве. Эту кошку нельзя взять на руки просто так. Она сама должна сделать первый шаг навстречу вам. Любознательные кошки – настоящие исследователи. Они обожают изучать все вокруг. Этим мяукающим до всего есть дело. Они будут сопровождать вас в ваших делах и всегда положительно отнесутся к появлению новых людей или предметов в доме. Ведь им будет что исследовать. Таковы типы кошачьего характера, которые вывели ученые из университета Линкольна. Пишите в комментариях, какому типу соответствует характер вашей кошки и как это влияет на ваше общение с питомцем. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!